Молодежная палата Хабаровска при городской думе отмечает 15-летие. В эту организацию входят школьники и студенты, которые интересуются работой государственных муниципальных служащих и активно участвуют в жизни города. Подробности в следующем сюжете. Около 7 лет назад, еще будучи школьником, Сергей Грицык участвовал в ликвидации последствий наводнения 2013 года. После этого заинтересовался общественной работой и вступил в городскую молодежную палату. Сейчас он ее председатель и студент одновременно двух вузов – РАНХИКСа и педагогического. Учитывая то, что мое направление подготовки связано с государственной муниципальной службой, для меня это моя непосредственная будущая работа. Поэтому я намерен и дальше заниматься в этой сфере, проявлять свою активность. Самому младшему члену молодежной палаты 14 лет, старшему 23. Всего в ее составе 35 человек. Еще 30 числятся в резерве, как желающие вступить в организацию. Это очень интересно. Вообще, в принципе, учишь много чего нового, понимаешь, как некоторые процессы изнутри работают. Понимаешь, почему вот в молодежной жизни происходят какие-то вещи, как что-то инициировать, если хочешь что-то изменить. Есть возможность как бы принять участие в жизни общества и молодежи. Члены молодежной палаты предлагают инициативы в сферах образования, городского хозяйства, участвуют в совещаниях городской думы и мэрии, занимаются волонтерской работой, помогают ветеранам и другим нуждающимся в помощи хабаровчанам. Вы первые подписали соглашение о сотрудничестве с молодежной палатой в Государственной думе Российской Федерации. Сегодня вот это направление, молодежное движение, оно востребовано по всей России. На вас равняются? С 15-летием со дня создания молодежную палату города поздравил мэр Сергей Кравчук и председатель Хабаровской городской думы Владимир Матвеев. Самым активным они вручили благодарственные письма и поблагодарили за работу. Анастасия Незнанова, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.